Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим две задачи на проценты. Это не просто задачи на проценты, я называю их задачи на сухое вещество. Они стоят особняком среди всех трудных прочих задач. В основном выходят задания повышенного уровня в 9 классе, то есть в блок алгебры, и выходят иногда 13 задачи на ЕГЭ. Итак, задача номер один. Влажность свежескошенной травы составила 75%. Сколько килограмм сена, влажность которого 20%, получится из 4 тонн этой травы? Итак, для того, чтобы как следует понять эту задачу, давайте мы с вами распишем. Есть трава, этой травы у нас 4 тонны, и есть сено. Значит, каждая трава и каждое сено делится на две составляющих. Это вода и какое-то сухое вещество. Итак, пожалуйста, не удивляйтесь. В сене есть тоже вода и есть сухое вещество. Потому что тут говорится, что влажность сена 20%. Итак, нам говорится, что влажность травы 75%. Всегда у нас может быть 100%. Значит, сухое вещество составляет 25%. Влажность сена у нас 20%. Отнимаем от 100%. Получается, что сухое вещество в сене это будет 80%. Начнем мы с травы. Итак, у нас есть 4 тонны с травы, это 100%, и мы с вами сейчас определим те 25%, которые составляют сухое вещество. Ну, х равняется 25 умножить на 4 и деленное на 100. Я не буду уже вникать в подробности, как я это выписываю. Итого мы получаем, что у нас с вами 1 тонна. 1 тонна сухого вещества. Теперь мы обратим свое внимание сюда. Сухое вещество, как и было в траве, так и осталось в сене. Это 1 тонна. И это 80%. А нам надо с вами определить, сколько всего сена получается. То есть 100%. Итак, х равняется в данном случае, какое-то х первое пускай будет, 100 умножить на 1 и деленное на 80. Ну, дальше это уже вопрос техники. Мы получаем 1,25 тонны. Но у нас звучит вопрос так. Сколько килограммов сена получится? Килограмм. То есть 1,25 мы с вами должны умножить на 1000, потому что в одной тонне 1000 килограмм. И мы получаем 1250 килограмм. Вторая задача, не менее сложная. Виноград содержит 95% влаги, а изюм 60%. Сколько килограмм винограда требуется для получения 1 килограмма изюма? Здесь мы с вами поступаем точно так же, как и в предыдущей задаче. Но эта задачка, она немножко другая, не такая, как легкая, как задача номер один. Итак, у нас есть виноград. В нем также есть вода и сухое вещество. Как и в изюме, вода и сухое вещество. Итак, воды. Виноград содержит 95%. От 100% мы отнимаем 95% и получаем 5%. Значит, изюм содержит 60% воды. Значит, сухого вещества 40%. Значит, далее мы начинаем с вами смотреть. Нам требуется узнать, сколько килограмм винограда требуется для получения 1 килограмма изюма. Ну, здесь были даны данные сразу. А здесь даются данные у второго
элемента, то есть у изюма. Значит, и начинать решение задачи мы будем с вами с изюма. Итак, 1 килограмм – это 100%. Значит, узнаем, сколько в нем сухого вещества. Х килограмм – это 40%. Отсюда х – это 40 умножить на 1 и поделить на 100. То есть, другими словами, 0,4 килограмма. Теперь мы возвращаемся к нашему винограду. Итак, сухое вещество в обоих элементах одинаково. Только оно здесь составляет 5%. 0,4 килограмма – это 5%. Тогда полностью все вещество содержит 100%. Ну и возьмем его за какой-нибудь Y, чтобы не повторяться. Итак, как найти Y? Это 0,4 умножить на 100 и поделить на 5. Отсюда мы получаем, что это 8 килограмм, что и является окончательным ответом.